Крутая копия телефона Samsung Galaxy S7 Edge – самый популярный брендовый телефон в мире. Ее функциональность и отличный дизайн полностью соответствуют дорогостоящему оригиналу Galaxy S7 Edge. И все ее технические параметры успешно прошли тестирование. Ссылку на ваш модный смартфон я оставил в описании под этим видео. Обязательно загляните. 5 видео странных свечений в небе. Привет, вы находитесь на канале Gotica Mysterious. Странные и необъяснимые свечения и объекты, которые появились в небе, это может необъяснимые наукой явления или НЛО. Давайте посмотрим. Номер 5. Это странное и бесшумное явление в небе заснят водителем авто на видеорегистратор. По информации, видео снято в России, Урал, 2014 год. В небе внезапно появилось большое яркое свечение красно-желтого цвета. Происхождение неизвестно. На первый взгляд, все это может показаться аварией на электростанции, но таких сообщений не было. По неточным данным, в сеть проскользнула информация, что военные в горах проводили испытания нового климатического оружия. Но власти никак не комментировали это странное свечение, которое появилось из ниоткуда. И очевидцами этого свечения стали и другие жители этого региона. И в этот момент не было никаких молний и дождей. Есть и второе похожее видео, только оно из 2013 года. Номер 4. Странный светящийся объект над вулканом Попокатепетль, Мексика. Несколько лет назад во всех новостях мира говорили и показывали цилиндрообразный НЛО, который влетел в само жерло вулкана. Нет никаких сомнений, что этот сигарообразный объект кем-то управляется, не человеком. И этот случай не единственный. Над этим вулканом часто происходят странные и непонятные вещи. Появляются светящиеся НЛО, влетают и вылетают из жерла. Если это и вправду пришельцы, то почему именно вулкан, как вы считаете? Напишите ваше мнение под этим видео. Номер 3. Странное и красивое свечение люди увидели над Калифорнией. Свечение имело овальную и вытянутую форму и хвост, да еще и в середине был малый светящийся объект. Но позже все узнали, что это был запуск американской ракеты SpaceX, но для простых людей это шок. Конечно, такое не каждый день увидишь в небе. Номер 2. Странное свечение над городом Россаш, Россия. Работник железной дороги в 6:30 утра в небе увидел странное свечение. Достав свой мобильный телефон, начал снимать это явление, и продолжалось это до 7 часов. Свет в небе то усиливался, то угасал более или менее. Что же это было? Может, это свечение можно как-то объяснить? Напишите ваше мнение в комментариях.
Номер один. Это странное свечение заснял житель Гринвуда, США, когда катался на своем велосипеде. В небе с правой стороны от солнца за облаком двигалось некое атмосферное явление, столбообразной формы, напоминающей смерч. Может, это явление происходит из-за отражения в облаках или в кристаллах холодного воздуха солнечного луча? На эти сложные вопросы могут ответить лишь ученые, и то предположение, так как такое явление трудно изучать, оно редкое и требует многих ресурсов для ее изучения.